Чё, всем привет. Иринка сегодня ест кабачочки. Ещё хлебушек с маслицем. Кабачочки тушёные. Вкусные. А мазика добавим. Кабачочки. Перемешаем. Что я хотела вам сказать? Кому не нравится, может не смотреть. Кабачочки. У нас, кстати, это... Ну, вчера мы ездили в город, да? Заезжали в мир сладостей. Там я купила хлеб такой белый, такой вкусненький хлеб. У меня соседи постоянно там хлеб покупают. Сосед с работы едет и покупает там хлеб. Такой нежный белый хлеб, такая вкуснятина. А запах, короче, такой божественный. Беленький хлебушек. Я вот, допустим, покупаю бородинский хлеб. Он стоит 36 рублей. А вчера вот такой мир сладости купила за 25. И кто там говорит, пишет, ты на маме на шее сидишь? Прикинь, не сижу. Ты что, свечку держал или как? Все такие комментаторы тупорылые. Ой, хлебушек. У нас еще, допустим, такой майонез. Это хороший майонез провансаль. 67%. Он, короче, стоит по акции 50 рублей. Ну, монетки нашей любимой. А без акции 71 рубль. За такую банку 71 рубль. Вообще охерели.
Кабачок, кабачок. Не жирный ли он будет? Вот тут видите, кабачок, помидорочка, помидорочка со своего огорода. Ну, не с моего, а соседского. Яйца тут еще добавляют, но я яйца не люблю. Ладно, короче, на этом всем пока. Всем пока-пока.